Мотопробег демонстрирует солидарность и самоорганизацию мотосообщества России в данный момент под своим флагом «Волна памяти». Организовался он после одной трагической истории, когда однажды ночью был убит выстрелом в спину мотоциклист. При помощи его друзей и любителей мотоспорта преступление было раскрыто. Эта история всколыхнула всю страну и прокатилась волной по всем сообществам страны. Скажите, пожалуйста, как вы попали в Сочи и каков дальнейший маршрут, куда вы направляетесь? В Сочи я приехал специально, чтобы сделать старт «Волны памяти». Я доеду до Казани, может, дальше. Почему принимаете участие в этом проекте? Ну, мне нравится сама идеология вот этого мероприятия. Плюс я люблю путешествовать на мотоцикле. Всего более 50 мотоклубов принимают участие в пробеге, организованном российским мотосообществом. Практически все регионы страны представлены мототуристами, которые приняли участие в пробеге от Калининграда до Владивостока. Мотопробег через всю страну. Он проходит в виде туристической эстафеты от города к городу, от мотоклуба к мотоклубу, образовав своеобразный коридор дружбы и безопасности. Участие добровольное. Здесь нет ни коммерческой, ни политической заинтересованности. Главное, чтобы все разделяли идею мотопробега. По традиции, на всем протяжении маршрута региональные мотоклубы будут встречать и провожать участников, обеспечивая безопасный ночлег, питание и возможный мелкий ремонт при необходимости. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.